Успешный старт проекта «Банана Коин». Как сообщает официальный сайт компании, проект был запущен 28 августа. И всего за неделю при ICO ему удалось собрать 50% всех необходимых средств. Количество токенов ограничено 1 миллионом, и на сегодняшний день уже продано более 500 тысяч токенов BCO. Banana Coin – это первый блокчейн-опцион по производству и продаже экологически чистых бананов. Проект не является стартапом. Компания существует уже 3 года и успешно реализует всю цепочку производства – от заключения договоров до сбора урожая и продажи его в Китай. Инвесторы на этапе при ICO смогут приобрести токены с 50% скидкой – всего за 25 центов за токен BCO. В качестве бонуса среди инвесторов будет разыграно 3 поездки в Лаос, для того, чтобы они лично могли ознакомиться с проектом.